Сегодня, 12 декабря 2018 года, Российской Конституции исполняется 25 лет. Успели ли рядовые ульяновцы прочитать этот документ и понять его значение? Спросим у них самих. Какой главный закон вообще в России существует? Конституция, которая была принята российским народом. В каком году, когда, что ты о ней знаешь вообще? Какие права, свободы? Это было давно. Это было давно, когда развалился Советский Союз, и российский народ принял Конституцию, а государство выступает как гарант исполнения Конституции. Конституция – это закон, наверное, нашей жизни, в котором мы живем, в государстве. Является, ну, гражданской, наверное, позицией, что человек соблюдает законы. Ну, праздник так таковой вообще не ощущается. Ну, а Конституция никаким образом не связана с жизнью, по сути. Ну, Конституция сейчас не работает, конечно, но нужно дорабатывать, и будет все нормально. Может быть, это от этого мы так плохо живем. Вы знаете, затруднительно сказать, где-то работает, где-то нет. Ну, я думаю, что мало чего значит. В основном законы сейчас придумали против народа больше. А все. Конституция, она? Должна быть для народа, для людей. В защиту людей, как бы. Помощь людям. Права должны людей исполняться. Все. Немного значит, но не очень. Потому что многие пункты не соблюдаются. Я считаю, это очень важный праздник для гражданина России, потому что Конституция – это та книга, где изложены все законы Российской Федерации. Основной закон нашей жизни. Да, закон нашей жизни, свод правил, по каким мы живем. Что мы можем делать, какие права, какие обязанности. То есть это основной закон нашей страны, я так полагаю. Без нее нельзя.